Миф о том, что дети, рожденные после ЭКО, имеют проблемы с рождением своих собственных детей, остается мифом. Это не подтверждено никакими научными исследованиями, и более того, практика наша собственная показывает, что наши дети уже имеют собственных детей. Так, в 1998 году рожденная девочка на сегодняшний момент уже имеет собственного сына.